Всем привет, с вами магазин Elbitshop.ru, меня зовут Залил Фидель. Расскажу немного про вот такое интересное устройство, восьмерка, вертикаль, классическая, малая. Здесь 5,5 тонны, у нее разрывная нагрузка, об этом говорит, здесь у нас есть выштамповка 25 кН, и с этой стороны у нас есть надпись, что это производитель вертикаль. Довольно легкое, компактное устройство, рогов блокировочных здесь нету. Что интересно, в местах наибольшего стирания тело восьмерки здесь немного толще сделано. Ну и вот по центру оно сужается. За счет этого у нас вес экономится. Ну и в принципе само устройство становится таким компактным. Встегивается, можно стегнуть таким образом, прямо с карабином. И потом себе устройство. Такая как бы талия здесь довольно широкая. Ну и блокируется она либо узлом, просто вы узлом ее блокируете, либо через карабин, ну, классическим узлом блокируется. Затем, мне лично устройство это нравится, неплохое, компактное, качественная покраска здесь, она не облазит. Я подобным устройством пользовался. Ничего не цепляется, как бы, но тоже отсутствие рогов, оно есть свои плюсы у этого, что восьмерка висит и не мешается, ничего не цепляется, довольно компактно получается. Ну и это все у нас в итоге сказывается на цену, она недорого стоит, в принципе, даже когда она сотрется, вы можете заменить себе и купить новое устройство. Так, это была вертикаль, классическая, малая, 2,5 тонны нагрузка. Восьмерка. С вами был магазин Elbitshop.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.